Сегодня уже 29 сентября, но у нас все еще жарковато. Вот я только что сняла аутфит в плаще и в платьице, да. И вот я сейчас вышла на прогулку, и мне жарко. Вот такая радуга в фонтане. На фонтане, в фонтане, в брызгах фонтана, вот так правильно. Погода у нас сейчас осенняя. Ну, осенняя по-украински, по-николаевски, я бы сказала. Такая теплая. Поэтому я сегодня вот в таком виде. Легкий хабешный плащик на мне. Ой, что я показываю. Так. Платьице. Летнее, но плотное. То есть летом в нем у нас, по нашей погоде, летом в нем жарко. А вот под плащик в самый раз. Такое. Из украшений. Серьги. Те, которые новые. И камея. Из украшений вот это камея. И вот эти новые сережки мои с уликситом. То есть с кошачьим глазом. Серым. Сумочка вот эта. Вы ее знаете. Такого шоколадного цвета. Под поясочек плащик. Эти на каблучках полусапожки. Что еще? Что еще? А, рукава у меня всегда подкатанные. Я просто не могу по-другому. Так, и, ага, сейчас еще дополню образ сейчас очками. Погода солнечная, поэтому, конечно же, я буду в очках таких солнцезащитных. Тоже не могу без очков. Значит, это сумочка, плащик, очки. Все очень легко и в то же время... И не прохладно, именно очень удобно, очень комфортно. Так, и что-то еще я хотела. А, духи, сейчас, одну минуточку. Да, и еще я с собой беру плащик. Я с собой возьму шарфик, я его положу в сумочку. Вот такой шарфик. Изнанка. Так, сейчас я его с собой я беру вот такой шарфик в таких вот осенних тоже тонах, бордово-зеленые с включением терракоты. Вот такой вот шарфик, он довольно теплый. Вот так я буду выглядеть. Тоже очень люблю руки в карманы класть. Да, в одной руке сумочка, а другая рука в кармане. Это я так люблю. Так, итак, пока смот. На мне ярко-красная помада, как вы уже заметили. В общем-то, я думаю, что вот такой вот бежево-молочный образ стоит разбавить ярким пятном, коим выступают у меня губы с ярко-красной помадой. И, наконец, духи. А, нет, я же забыла. Браслетик Яшма. Кольца такие. А
Опять же браслетик. Сейчас. Тоже яшма. Кольца такие. И, наконец, мы подходим к духам. Сейчас покажу вам духи. Духи сегодня от Avon. Christian Lacroix Absence. Наверное, правильно я прочитала? Если что-то неправильно прочитала, простите. Вот. И сейчас сам пузыречек покажу. Вот он, этот пузыречек. Очень красивый. Вот. Вот здесь заканчивается его донышко. Такой очень красивый пузыречек. Вот. Ну, для меня эти духи, я скажу так, несколько сладковатые. Вот сегодня мне хочется сладкого чего-то. Вот, но каждый день я такие духи не могу. Ну, вообще, каждый день я разными пользуюсь. Но этими не так уж часто, потому что я больше все-таки люблю духи с кислинкой, там, где присутствует бергамот, цитрус. А здесь, я не знаю, что здесь присутствует, но они для меня несколько сладковаты. Но сегодня в самый раз, сегодня они мне нравятся. Так, это мои вещи, это моя сумочка и шарфик. Так. Ну все, мои дорогие, на этом я свой аутфит заканчиваю. Пока-пока. Следующий мой аутфит. Это уже другой день. Сегодня у нас уже 30 сентября. Мое новое платьице, голубенькое такое, бледно-голубое. Я его сделала под поясок. В общем, я полагаю, что когда поясок совпадает с цветом, цвет пояска с цветом сапожек, это не ужасно, это классика. Но я этот поясок надела не к сапогам, а к самому платьицу. К нему подойдет, так как оно такое серо-голубое с белыми цветочками, либо вот такой вот белый молочный поясочек, либо голубой, либо синий. Но белый смотрится лучше. Поэтому, мои дорогие, вот так вот, как я сказала супругу, ну как я, он говорит, класс. Я говорю, зааутфитю. Вот, поэтому я зааутфитила это платьице. Так, что там у нас? Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. Я сегодня выгляжу. Но сверху, конечно, будет плащик. Тот, который в предыдущем аутфите с аналогичным платьицем, только ну, чуть-чуть оно другое. Ну, такого же плана. Ну, по-другому чуть-чуть оно пошито. И цвет там коричневый с леопардом. И, в общем, вы его видели вчера. И к этому платьицу у меня показываю. Так, что я тут показываю? Вот, брошь. На этом месте было три пуговицы. Но они смотрелись очень неприлично. Я их, конечно же, срезала. И прикрепила брошь. Так. Дальше. Пальчики. Вот. Вот. Так, что еще? Ага, браслетики. Вот такие. Так. Сережки. Сейчас сережки. Вот такие сережки. Вторая рука. Где тут моя вторая рука?
Вот такой браслетик. Вот такое колечко серебряное с позолотой. Ему 100 лет в обед. Я его не люблю. И ношу только тогда, когда этого требует наряд. Все, все. Остальное вы видели. А духи какие на мне? Сейчас покажу. На мне еще нет духов. Сейчас я пойду надушусь и там же сниму свои духи. Сниму на видео. Так, вот. О, так вот. Вот так вот примерно. Духи сейчас на мне будут вот эти. Ха-ха! Я отражаюсь даже в зеркале коробочки. Ну, надо, чтобы вы видели название. Меня вы уже только что видели. Вот. Вот они. И сейчас... Сейчас я этими духами побрызгаюсь и пойду на прогулочку. Все показала. Самое главное, я же совершенно забыла. Я сейчас вам покажу сумочку, с которой я сегодня буду гулять. Ой, это кожушок от моего фотика упал. Так. Оп. Вот же ж сумочка, пожалуйста. Вот так вот это все будет выглядеть. Это новая сумочка. Как-то я забыла, совершенно выпустила из виду, что сумочку надо показать. Хорошенькая вообще. Вот. Вот так вот. Значит, там у меня голубое платьице, бежевый плащик. Вот так вот, мои дорогие, пошла Лилечка на прогулочку. Пока-пока.